Привет, друзья! Сегодня второй день покатушек на квадрике. Сегодня мы решили немножко подальше заехать. Сейчас переплываем реку и по тайге 12-15 километров промчимся по бездорожью. Чего мы там насмотрим, чего мы там увидим, куда мы там залезем, никто не знает. Дорогу так чисто виртуально знаю, зимой катался на снегоходе. А что будет летом, да на квадроцикле, сейчас мы посмотрим. Стартуем. Поехали 12, с нами. Стартуем 12:20. Да, то есть, ну, часа на 3-4 выезжаем покататься. Чего нас там ждет, сами не знаем. Посмотрим вместе. Погнали. Сейчас валим через озеро, потом, короче, по болоту, через реку и уходим. Обалденный фотофон. Обалденный. Что это, ковыль? Блин, как же это здесь красиво. Поворачивай. И он хотел проехать мимо. Ой. Ну а ты хотел проехать мимо, такая тема классная. А когда мне прокатиться? Вальдемар Васильевич. Одной ногой в рай. Отсюда все выглядит не страшно, классненько и так далее. Но за рулем этой росомахи все равно переживаешь. Сейчас он мне пообещал подъехать на этом полуострове. Меня заберет. Поворачивай. Поворачивай. Север, детка. Главное не перевернуться. Огонь! Ну что, сейчас на ту сторону? Ну все, поехали. На ту сторону пойдем. Для меня это, конечно, первый раз. Залази сзади. Или снимаем еще? Снимаем, продолжаем съемку. Уже скач, конечно. А море. А волны и плещут, и бьются. А борт корабля. Что жопа просела? Это я наклонился. Что, так лучше? Ну, тут лучше, да. Вон, ну вот мы и доехали. Как тут ноги? Это на лыжка. Ну что, фоткаться будем в пустыне Сахара? Да, ты уронил уже чехол. Блин. Блин, так и знал. Заодно помыли днище. Днище помыли, Коля. Классно, потому что первый раз я пересек на квадроцикле этот водоем. Ощущения какие? То есть страшно было? Ноги в воде, у меня ноги сухие. Страшно было?
первое ощущение расскажите, пожалуйста, зрителям. Нет, мне было не страшно. Мне было потому что ты был уверен. Весело. И тёрли по тихой, все. Главное, чтобы катера не проносились рядом. Точно. И за нами не гналась эта самая рыбинспекция. Типа, вы куда, хлопцы? Техника вся чистенькая. Чистенькая. Мы в пустыне Сахара. Едем дальше по болотам. Вперед. Давай по моим следам! Газуй, 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 газуй! Так, ну вот мы доехали на первую какую-то красивую поляну. Такая красивая-красивая. Ух ты! Это что было? Это что было? Вот. И вот такой вот берег красивой реки. Ваша пукалка мне дикцию нарушила. Вот. Блин, что я хотел сказать-то? Это здесь, там внутри лесу, когда-то был пионерский лагерь. А здесь была опушка, где пионеры все собирались. И кричали, взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Ну и так далее. Посвящали в пионеры. Класс. Когда-то все было при Советском Союзе. А сейчас только вон ящик с мусором, столик, мангал и все. Ну и вот мы приперлись на квадрике. Вот прекрасная панорама северного осеннего леса. Тишина, сосны. Поехали дальше. Задний ход, фонарик. Ну, объезд здесь музыкальный центр. Давай, братан. Ух, красота! Как ощущенница? Там инопланетяне кругов нарезали. Сверху, если будешь смотреть, если что, это были мы. Инопланетяне. Отсюда коптер запустить, как это самое. Да, сейчас затихает или нет? А нет, ветер сильный. Вот сейчас будет тут коптер, да? И сверху как круги наяриваешь. Ну да, он за тобой же может прям следить. Погнали. Так, ну что, друзья, доехали мы, проехали 12 километров, доехали до какого-то классного места. Здесь мы были как-то зимой. Чисто чутьем, интуитивно, я не знаю, дорогу мне тут никто не показывал. По карте смотрели. По карте смотрели. И по памяти. Ну да. И космос нам помогал ориентироваться. Это точно. Сейчас мы чего хотим? Мы хотим сейчас спуститься на воду, проплыть до того берега, вдоль берега проплыть немного и доплыть до избушки, вот, до заимки, до места стойбищ, попить водички, потрогать болт и будем возвращаться обратно. Вот такая у нас экскурсия, погнали. И все это на квадроцикле Росомаха. Едем мы такие, едем, точнее плывем мы такие, плывем на квадроцикле по большому озеру. И что мы тут видим, друзья, с вами, смотрите. Мы плывем вдоль берега, уже проплыли очень много места и видим классную избушку. Избушка моих знакомых друзей. Как говорится, если бы я не знал бы, что тут есть избушка, я бы сюда фиг поплыл или поперся. А так, проплыли мы очень уже много того берега где-то. И вот сейчас выйдем, главное, чтобы здесь хозяина не было. Ну или был бы, чтобы он гостеприимно нас встретил. Чайком угостил, сказал, о, Василич, тысячу лет, тысячу зим.
Так, ну что, вот мы доехали. Вот он, наш болт. Как я и обещал, мы доехали до болта. Болт погоды. Болт мокрый, болт сухой, болт отбрасывает тень. И так далее. Ну вот, мы приехали к друзьям на заимку. О, чувствуется, тут давненько никого не было. Стол покрыт мышками. Прям чувствуется, давненько здесь не было никого. А, чтобы тут живности не было. То как выскочит из-под нас. Ну, лисица тут была, смотри, перья тут порастрепала. Наверное, спит тут каждое утро. Так, а следов тут нету? Случайно медвежьих? Или еще чьих-нибудь? Нет, а то как незваные гости приперлись. Эдик, тебе привет от фазенды. Фазенда целая. Все хорошо, все аккуратно. Видно, что давненько никого не было. Банки разбросаны, но это лисы, барсуки. Все, сейчас мы 5 секунд посидим, сок попьем, да и поплывем обратно. Ну что, друзья, вот мы немножко отдохнули, посидели в избушке, попили чайку, как говорится, перекусили немножко. И сейчас мы возвращаемся домой. Также сейчас спустимся, развернемся здесь, спустимся в реку, плывем километр по реке, там выйдем и по лесу 12 километров по тайге, и потом опять река, и уже будем дома. Поехали. Сейчас попробуем. Давай сразу задом. Не-не-не. Не хочешь сразу? Он же хорошо пошел назад. Я знаю. А я! Так, ну что, вот сейчас мы спустимся в эту реку и поплывем. Квадрик мы развернули. В принципе, это не составляло труда. Природа, конечно, сегодня прекрасная. Тихий ветер. Немножко больше, конечно, чем хотелось бы. Завтра будет более тише. Завтра поедем на спиннинге, погоняем. А сегодня просто катаемся вокруг. Смотрите, какая классная осень. Золотая осень. Просто впечатляюще. Прощай, любимый город. Уходим завтра в море. Прощай, любимый город. Уходим завтра в море. Приличное расстояние. А ты как быстро на нем входил? Ну, это максимальная скорость. Как бы я не вижу, чем больше газуешь, он только больше брызги дает. Надо было здесь погулять. Я там доходил, такой прикольно был там этот. Это все страшно, я еле сижу. Вот наша дорога на выезд. Ну да, где-то там. Ух, как сказочно. Трава, муравушка. Ага. Давай! Белое солнце пустыни, смотрели? Какой сегодня снег желтый.
Дай прокатиться. Вот так мы покатались. Хоу!